Вопрос задает команда из Екатеринбурга. У меня вопрос. Почему за команду КВН «Луна» играет Стасик из Уездного города? «Луна» — это лица уральской национальности, а Стасик еще играл в команде «Уездный город» Челябинск-Магнитогорск. Почему за команду КВН «Луна» играет ты? А чё, у нас разноплановая команда? По условиям разминки вы должны задать вопрос. Это не обязательно уже. Почему за команду КВН «Луна» выступает Стасик из Уездного города? А, в жюри место зажали. Почему за команду КВН «Луна» выступает Стасик из Уездного города? Только я прошу, не надо говорить, что за команду ММА выступают два севохи. И собственный ответ. Вы знаете, мы бы не спрашивали. Просто к нам в руки попало письмо. Стасик, можно тебя? Станислав, еще минута и все. Не боись. Надолго нет. Это письмо для тебя. Здравствуй, Стасик. Пишет тебе команда КВН «Уездный город». Мы по тебе очень скучаем. А в магазин сбегать некому. Представляешь? Готовимся сейчас к летнему кубку. Стасик, извини за недоверие. Но не спародировал ли ты на разминке Галустяна? А то мы на летнем кубке на это очень рассчитываем. Подкупаете? Дизель Николаев.